Друзья, сегодня будем готовить пасту в сливочном соусе. Для этого нам понадобится куриное филе, я уже его нарезал. Можете резать его кубиками, либо ломтиками. Помидоры черри нам понадобятся, лук. Лук я нарезал полукольцами. Также понадобится нам лапша. Можете брать спагетти, либо другие макароны. Оливковое масло, сливки. Я еще добавляю, но это на любителя, сыр с плесенью. Очень вкусно, кстати, получается. Отвариваем наши макароны. У меня вот такие вот, такая лапша красивая. Это не важно. Кстати, лайфхак. Может, кто знает, может, кто не знает. Перед тем, как варить макароны, можете воду добавить. Столовую ложку подсолнечного масла. Из-за этого макароны не будут слипаться. Так, друзья, наливаем в сковородку немного оливкового масла. Достаточно. И обжариваем нашу буквально 5 минут. До золотистой корочки. После будем добавлять куриное филе. Лук уже золотистого цвета, так добавляем наш рыбу. Перемешиваем. Shutterstock Music. И так жарим до готовности. Курочка наша готова, заливаем сливки. Shutterstock Music. И добавляем сыр с песней, которую я говорил. Это очень вкусно получается. Shutterstock Music. Вот так просто его поломаете. Он потом сам расплавится. Будет такая обалденная. Такой привкус очень вкусный. Кто любит экспериментировать, так и попробуйте. Надеюсь, не пожалеете. Так, сыр у нас готовый. Добавляем помидоры черри. Shutterstock Music. Все хорошенько солим. Также перчим. Это все по вкусу. Кто любит сильнее или острее, можете больше, можете меньше. Можете добавить свои любимые специи. Я добавляю майоранку. Это такая травка ароматная. Майоранку лучше так пальцами перебить, чтобы она была, дала больше аромат. Много не надо, так немножко. И все хорошенько перемешаем. Все у нас готово. Теперь засыпаем наши макарончики. Сейчас хорошо их перемешать. Вот такая вся паста у нас получилась. Очень вкусно. Попробуйте. Кому понравится, напишите комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем приятного аппетита. Shutterstock.